единственная передача, где говорят только о машинах и только придурочными голосами. Прости, старина, но почему придурочными? Не ссорьтесь, друзья, в этом есть доля правды. Российское правительство увеличило таможенные пошлины за ввоз иномарок. Поэтому россиянам придется покупать исключительно отечественные автомобили. Мы решили протестировать самую популярную модель ВАЗ-2103, тройку «Жигулей». Мы долго думали, с чем будем сравнивать «Жигули». Да, я лично предлагаю «Бентли Континенталь». Ну, нет. Почему? Дело в том, что эти автомобили находятся в разных ценовых нишах. Да! И все-таки мы нашли оппонента для ВАЗа. Вот она. Машина «Бирюса». Обе машины разработаны в 1972 году. На этом их сходство заканчивается. Мне не терпится начать тест. Первая очень актуальная характеристика – расход топлива. У тройки 6,7 литра на 100 километров. Это нормальный результат. А «Бирюса» вообще не расходует бензин. Вот так. Немного расходует. Чтобы вывести трудновыводимое пятно, нужно на него капнуть бензином. А это получается 6,7 литра на 1000 лет. А не ноль в пользу стиралки. Не могу поверить. Ну что ж, посмотрим, что покажет следующий тест. Управляемость. Да уж, управляемость так себе. Крены в поворотах, вялый, неинформативный руль. А «Бирюса» управляется всего двумя кнопками. ВКЛ и ВКЛ. Поистине великолепная управляемость. По ноль в пользу стиралки. Черт, не могу поверить, опять промах. Ну что ж, еще один тест. Комфортабельность. Здесь тесно, удобно только экспонатам из кунсткамеры. Очевидно, они и проектировали эти сиденья. Нет, втроем здесь не разместиться. А у нас здесь на диване удобно даже вчетвером. Правда, девочки? 3-0. Вот уроды. Ладно, посмотрим, что вы скажете после краш-теста. Что происходит? Во время краш-теста манекен отказался садиться в машину и убежал. Тест не засчитан. Но мы все равно выиграли. Даже и говорить не о чем. Ну, хватит болтать, все это ерунда. Сейчас предстоит самый главный тест. Какое время покажут машины на нашем круге? Все, что мы о нем знаем, это то, что у него есть шлям, комбинезон 48-го размера и то, что его зовут Стив. Давай, Стив, покажи этим уродам. Внимание! Марш! Стив! Давай, Стив! Не может быть! Стив! Я не могу поверить! Эти уроды нас обходят! Стив! Итак, результаты заезда. Стиральная машина «Бирюса». Время круга 6 часов 42 минуты 16 секунд. ВАЗ-2103
21.03, время круга 48 часов. Могло быть и меньше, но где же найти в Англии генератор, трамблеры, помпу для «Жигулей»? Это была программа «Топ Гир». В следующий раз мы будем сравнивать деуматиз с табуреткой. До свидания! Большая разница!